И начнем выпуск с громких победных новостей. Белорусские спортсмены вновь прогремели на весь мир, завоевав сразу две награды Паралимпийских игр в Париже и обе на счету наших пловцов. В решающем заплыве на 100 метров на спине в классе С9 белорус Егор Щелканов не только стал первым, опередив соперников на целый корпус, но и установил новый паралимпийский рекорд, побив предыдущее достижение на четверть секунды. Спортсмен вырос в Брестской области, а в Брестском плавательном бассейне познакомился с тем видом спорта, в котором в будущем станет лучшим на всей планете. У Егора непростая судьба, но именно трудности закалили его спортивный характер и помогают сегодня побеждать невероятно серьезных конкурентов, а нам гордиться своим соотечественником. С завоеванием золотой медали на Паралимпийских играх в Париже нашего спортсмена поздравил глава государства Александр Лукашенко, отметил: «Проявив высокое спортивное мастерство и волю к победе, ты превзошел свой успех на Паралимпиаде 2021 года в Токио. Такой результат под силу только самым талантливым, целеустремленным и трудолюбивым. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых больших побед». Серебряную награду на дистанции завоевал француз Дидье. Бронза у россиянина Мозгового. Кадры награждения чемпиона и первые слова после триумфального финиша вашему вниманию. Была быстрее, чем время победителя в Токио. То есть в Токио победили с результатом 1:06. А в утренней сессии я пробыл 1:01. В принципе, этим результатом я был доволен. Но в финале я надеялся, что все-таки смог бы я выпасть из минуты, но не получилось. Слава богу, что золото есть. Я очень рад. Еще один повод для гордости и радости вновь подарил наш легендарный Игорь Бокий. Спортсмен на дистанции 200 метров комплексным плаванием стал первым, установив новый мировой рекорд. Давайте вместе посмотрим и эти триумфальные кадры финиша. Вот такая золотая коллекция на сегодня. Завтра белорусские паралимпийцы продолжат борьбу за медали. В 9:30 предварительные заплывы на дистанции 100 метров вольным стилем в классе С12 проведут Максим Вашкевич и Дмитрий Солей. А уже вечером следим за легкой атлетикой. Владислав Гриб в 19:22 оспорит медали в метании булавы.